all do. I hate to break up this Hallmark moment. I gotta get back to the soda shop. Will you validate my parking? Stace, I'm sorry, we don't do that. Fine, will you give me $150 then? No. No. You have time later, want to grab a bite? I'd love it. Little brother, let's not make it so long next time, okay? Good to see you again, bro. Right, take care. And I think we got that sleepwalking under control. No problem. How are you? Good to see you. Did you have reservations? 2 miles, you've got it. 2 miles coming right up here. Hello there, how are you? How about a hamburger? Спасибо, карусели, сапку. Что это такое? Wait, never mind. I'm going this. Cancel that message. Лошаки, трассеры огромные. Я не вижу челика просто. Мне не надо видеть. Я мог его спокойно убить, но я плохо стрелял. Почему русскоязычные стримеры играют на английской версии? Наверное, потому что им нравится английская версия. Доел? Да нет. А должен был. Не, я люблю дебильные вопросы. Еще больше люблю, как через НАТО задают. Вот это прям обожаю. В чате не то. Вот я через НАТО их спрашиваю, это да. Хуя турель наводится. Крюгера синдром. Это как скобочки в сообщениях ставишь или что? Не, я, у меня такого не было. Я не знаю, что это. Напоминает, что ли, дропнуться? 4 лупа, хоть одна мне достанется, наверное.
на лупу на этот никто вообще не полетел. На автосалон. Они в школе файтятся. Ну ладно. Забрать, как какать. Это прикол такой или чё? Я не хочу на дом идти долго. Могу слон полутаем. Может, найду на байсе тут. На лодыч. В принципе, бывает богатым. I'm dead. Спасибо, Нидифа, за 2 месяца. Спасибо большое. Свою сапку. Опять 2 чела просто пропали с карты. Без ладаута. Хотя, может, они гасты с первого. Кто знает. Этих людей. Классно, активка работает, кстати. Да, они гасты с РПГшками. А активка классно работает, я считаю. Хороший предмет, не зря я поставил на свою машину. Установил на свой автомобиль, не зря. Очень классно работает. Хорошо дефлит этот ракет. Нет стрелы даже. Хорошая игра. Хорошо работают все механики, это главное. Главное, что игровые механики работают великолепно.
О, активка, наверное, поможет мне. Очередной раз спасет меня от летящей ракеты. Наверное, да. Стоит ее установить на свой автомобиль. Пошли, пойдем, пошли. Душа доиграют. Пойдем. Пассивку подкинули. Походу. Давай ёбнем еще одну ракету. Давай, чё тебе стоит-то? Пошепчи там на ухо и заговори ее. Видимо, так работает у них. Хуйно, импанч. Вообще, то есть, ну, вообще похую. Вообще. По звуку ничего не делал. Ты шиза. Обычный геймпадер с обычным геймпадом. Ничего нового, ничего необычного. Обычно необычного ничего. Я нажал на ладаут, но не нажался. Ой. 2 часа уже полный рот говна. Непонятно почему. Рейд на 2 недели. Ща. Здорово. Здорово. Спасибо, Альберт. А? Лёха же там съебал? Да. Нормально. Вот эти страйдеры не торопятся в продажу выпускать. Кого? Ну эти вот страйдеры, триггеры, но.
Да либо я... напрямую с рейдеров заказывать, что ли? Если на русском сайте есть, можно тут заказать, они первым классом отправляют, там не очень дорого. Я, кстати, пытался там нащупать, но там не было в наличии. Ну, я Orochi покупал довольно быстро после выхода там в свое время. Там буквально, не знаю, через неделю она появилась, я купил. Может, больше. Я обратно на G-Pro перешел. G-Pro? Да. Да, большие мыши хуета, на самом деле. Клики тебя задушили? Или что такое? Не, просто как-то, когда... Не знаю, мелкой мышью как-то лучше контролишься. Ощущения. Думаешь? Мне кажется, форма пизжа. Да, не. Я в лобби, кинь мне пати, пожалуйста. Я не вижу. Я просто анонимус. Я тебя тоже не вижу. Анонимус жизнь. Ага. А, все увидел. Я пока, блядь, ожидаю в продаже страйдере, пока ожидаю, когда мне приедет мой Аква Плюс. Че, мы двойки, тройки? Давай двоечки пока. Я это взял. Fury S, еще раз по новой. Черный коврик, который. Да, он нормальный на самом деле. Но он дохнет быстро, но типа на время переждать, пока доставят Аква Плюс еще. Я, короче, ну, я вернулся на ГПВ, я всегда хотел белую ГПВ. Я полез на Авито посмотреть, может, какие-то дешевые есть, может, это full price. Хуй там плавал? Не, я, короче, заказал белую ГПВ с перепаянными микриками на ГМ8 и перепаянным энкодером. А в смысле? Там же пиздатые клики и так. Что? Ну, ГМ охуенная. Ты пользуешься ГМ вообще? Да ладно. Нет. Нет. Ну, типа, я этими кликами Нет. вообще полностью доволен. ГМ прям охуенная. И прям... У меня была мышка на ГМ кликах. Да, ну ты брось. Не. Серьезно. Тебя да. клики не устраивают на ГПВ? Да, посмотри. Мне кажется, клики на Logitech мышках самые пиздатые вообще в принципе. Они пиздатые за счет пружинок под кнопками, под пластинами. Сами клики-то мусорка. Типа, а что, и когда... ощущение сильно меняется, что ли, по-твоему? Ну, они более тактильные, более звонкие такие. Более упругие. Да, у меня уши закрыты, мне вообще пайфлайки. Не-не-не, именно тактильно ты ощущаешь их по-другому. Более четко. У меня, блядь, фреймы спиздили. У тебя фреймы не спиздили, у меня клиенты фреймы спиздили. Ну, я читал по спать, что многих спиздили. У меня выше 200, если я альтабуюсь, короче, не поднимается просто в принципе. Даже когда я в небе летаю, типа, у меня в ГУЛАГе, типа, до обновы показывало 300 FPS. Ну, после обновы там 200, типа, максимум, типа, 200 ровно. Не, больше 200 вижу, но я не альтабуюсь вообще. То есть я ни разу не альтабуюсь, у меня же 2 ПК. Ну как, я альтабуюсь для Дискорда, наверное. У меня просто фреймы взяли и спиздили. На турике тоже фреймы взяли и спиздили. Я сижу, играю, типа, что-то такое, что-то картинка неплавная. Думаю. А там у меня, оказывается, 120 фреймов. Ну, здорово. Не, я тут 2К боярин, поэтому... Ну, 2К боярин. Вот 120 фреймов играешь на постоянке? В 200. Так у нас компы одинаковые, дядя. Ну... У нас моники разные. У меня оперативка другая. Ну, что у тебя прямо, думаешь... Мне 20 FPS дало смена оперативки на 4 плашки быстрых. А какие тайминги-то там? Я, по-моему, спрашивал, я уже забыл. 3616. Ну, у меня 3733-16. И там еще ужатые вторички и третички сильно. Я же говорю, на новых Ryzen'ах очень роляет количество плашек. Думаешь? Я знаю, я смотрел тесты и сам проверил это. 4 плашки лучше, чем 2. Если 2 там будет, не знаю, 4000 на 14-х таймингах. Если это действительно так, то я докуплю вообще базара 0. Нет, это так. Надо только найти еще такие же, типа, 2 по 8 эти золотые играть трейденты ебаные. На YouTube просто смотришь, типа, 2x, 4x, RAM, Sticks, CS. 2 пачки упало. У меня гадо было. А, вот на фолган стоять, я готов. Я тоже ready. Еще гадо. Он нам не балок, у меня на этаже. Я других нокнул. Я тебе подойду. Ну пошли, ебнем.
Они снизу где-то. Подо мной много топают. Давай, появился. Брейнлаг произошел. Хуя он тебя удалил, блядь. Заползай, заползай. Сколько? 4 трупа. 2 тимвайпа. Номер. Смотри, 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 тут. Атишки бежит. А нахрена он пошел в упор, блядь, я не понимаю. Чел. Голова работает, нет? Дико еще кинул, кликающий. У него ЛНГ, я думал, у него шотган, хотя бы, не знаю, вот так, настолько плотно пошел. Он с ЛНГ пошел, типа, вот так, в лицо, прям. Чё? Непонятно. Я его что-то попробую забрать сейчас. Взяли бай на квадрате. Энами. А, у меня тут сидит тело просто на крауче, блядь. Гулага прилетела, а там еще две пачки или три. У вас, наверное, там минус 1000 градусов уже. Да нет, на самом деле сегодня тепло. Просто у меня жара опять ебаная, 30 градусов, я сижу, плавлюсь. Сегодня плюс 7, вообще пиздато. Тепло, тепло. Сейчас бы у меня какой-нибудь чел дефолтнул с ином, блядь. На банехопе слайде, типа, ебаш, начал в лаге. Не знаю, я на ЮУ захожу, стебу там все медицины. Банихоп 360 ну слопом делают. Блять, давай какие-нибудь. Есть какие-нибудь МГ-82? Я хочу этот МГ-82 баунти. Да, есть. А, типа доп? А могу свой дать, у меня СМ-ка есть.